В Центральной России во власти снегопадов. Кострома, Смоленск, Рязань, Ярославль. Везде картина одна. Метель и гололед. В Волгоградской области были обесточены несколько населенных пунктов на севере и востоке региона. На провода налип мокрый снег, и они оборвались. Электроснабжение восстанавливали до глубокой ночи. В Москве снег шел до утра, и сейчас толщина покрова составляет около 7 сантиметров. На дорогах очень скользко, множество мелких аварий. Улицы убирают около 7,5 тысяч единиц техники, и они будут работать в течение всего сегодняшнего дня.